Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Это видео по онлайн игре с выводом реальных денег Nike Piratas. Короче, игра мне определенно понравилась. Во-первых, здесь заглушек нет. Платит без вложений. И при регистрации дают бонус 10 рублей на покупку одного пирата. Так, увеличить команду. Вот за 10 рублей вот я купила вот этого пирата. Я уже делала видео по этой игре. И вчера я заказала очередной вывод без копейки вложенных денег. Вот, как бы захожу периодически, ну, собрать прибыль, да. Собираю, накапливаю денежку вот сюда и ставлю на вывод. Значит, но я вчера еще закинула сюда 50 рублей. Но прежде чем закинуть 50 рублей, я сделала вывод. Так, так, где тут заказать выплату? Вот. Значит, первый раз я выводила 5,89, проверяла. И вот вчера я вывела 4,78. Ни копейки не вложив. Только захожу в кабинет, собираю прибыль, продаю. И денежка, как бы эти, накапливаются монетки. И ставлю на вывод. 27.09. Вот дата. 27 сентября. Перевод. 4.73. Комментарий. Nike Piratas. Выплата пользователю. Мой логин. Платит без вложений. Ну и после этого я уже закинула полтинник. И купила себе пирата. Думаю, а что я буду сидеть? Вот. Ну, бонус бонусом, конечно, это очень приятно. И это очень редко, когда такие игры, да, без заглушек дают выводить. Вот я купила за 50 рублей одного пирата. Давайте я соберу прибыль. Так что, кому интересно, без вложений заходите. Так, собрать прибыль. Собрала. Давайте ее теперь продадим. Посмотрим, что у меня там будет. Продать сокровища. Так, 8,70 у меня. Вот этот баланс на вывод. Продать. 28 стало. Ну, так буду ходить, заходить периодически, собирать прибыль. Ну, а потом уже ставить на вывод. Игра проверена без вложений. Кому интересно, регистрируйтесь и работайте без вложений. Есть группа ВКонтакте, отзывы. Я вчера не оставляла отзыв. Вот так потихонечку зашла, собрала, продала и вывела. Ну, в принципе, все. Заглушек нет. Бонус дают 10 рублей на одного пирата. Регистрируемся, покупаем пирата и собираем прибыль и выводим. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!